Волонтер со стажем Алиса Фомичева всю неделю вместе с такими же неравнодушными жителями собирает, сортирует и упаковывает гуманитарную помощь. Все, что сейчас приносят химчане – средства гигиены, продукты длительного хранения, одежду – в ближайшее время отправят в Курскую область. Мне очень важно помочь людям в сложной жизненной ситуации, которые остались без крыши над головой, и очень хочется им помочь. Сейчас в Химках во всех микрорайонах открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Один из них расположен на улице 9 мая. Это региональный ресурсный центр. Здесь принимают одежду, бытовую технику, медикаменты и многое другое. Гуманитарная помощь в наш центр поступает буквально с первых дней событий, трагических событий в Курской области. Жители Химок активно откликнулись на то, чтобы помочь нашим братьям и сестрам. Здравствуйте. Я от жителей микрорайона Левобережный. Также мы привезли гуманитарную помощь. К сбору гуманитарной помощи уже присоединились сотни химчан, предприниматели, депутаты, а также сотрудники Химспаса. Начальники территориальных управлений привезли то, что собирают жители в каждом микрорайоне. Во всех домовых чатах мы проинформировали жителей о том, что у нас созданы центры сбора гуманитарной помощи для пострадавших в городе Курске. Хотелось бы сказать спасибо всем за то, что вы не остаетесь равнодушными к чужой беде. Вот такие пакеты риса и гречки могут спасти чью-то жизнь, и это не преувеличение. Сегодня жители Курской области как никогда нуждаются в нашей поддержке. Ребят, у нас есть список основных вещей, которые нам нужно собрать. Больше половины собрано. В местное отделение партии «Единая Россия» на улице Кирова тоже активно несут гуманитарную помощь. Список необходимого прислали сами жители Курской области. Нужны макароны, крупы, подсолнечное масло, консервы и питьевая вода. А еще средства личной гигиены и наборы для первоклассников. Меньше чем недели мы смогли собрать свыше 300 килограмм. И это еще не предел. К нам довезут еще примерно 200 килограммов. Гуманитарную помощь мы собираем по всей Московской области. Каждое местное отделение, каждого муниципалитета подключилось к этой задаче. И в итоге общий сбор будет в пункте регионального отделения партии. Будет собрано в Химках. Из Химок пойдет машина в централизованно, в региональное отделение партии Московской области. Оттуда уже централизованно пойдет в Курск. В Курск это партия от Химок первая. Дальнейший сбор, конечно, планируется. Партия гуманитарной помощи собрана. Пришло время загружать машину. На каждой коробке слова поддержки. Помочь жителям Курской области может любой желающий. Пункты приема открыты ежедневно с 9 утра до 18 вечера. Юлиана Мазырина, Андрей Панченко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.